Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Вищий чело ми положим за нашу свободу. После запрета грузиноязычного образования в Абхазии, известная абхазская националистка Наира Амалия выступила с новой инициативой о том, что надо закрыть и те 19 школ, где сегодня учатся грузинские дети на русском языке. Амалия лоббирует план, согласно которому она хочет поместить всех грузинских детей в интернат. 19 школ в Гайском районе. Все 19 школ надо закрыть, открыть одну школу-интернат с учителями абхазскими, выученными и в АГУ. Их надо ставить туда работать. Владимир Владимирович Путин, я думаю, занят своей огромной территорией, своей огромной империей. Да и абхазский народ, он, мне кажется, он любит наш народ, потому что он не раз выступал. И мы видели это на экране, как он рассказывал нашу историю, как он заботился, да, о нашем этносе. Они, в прямом смысле, раздражаются из-за разговоров по-грузински, а по-мегрельски не так уж. Но я и многие другие, в школе, все же разговариваем по-грузински. Мы не знаем русского языка, и что нам делать? А когда бывают концерты и у нас есть какие-то выступления, тогда по просьбе учителей, мы по-грузински громко не разговариваем. После запрета грузиноязычного образования в Абхазии, известная абхазская националистка Наира Амалия выступила с новой инициативой о том, что надо закрыть и те 19 школ, где сегодня учатся грузинские дети на русском языке. Амалия лоббирует план, согласно которому она хочет поместить всех грузинских детей в интернат. 19 школ в Гайском районе. Все 19 школ надо закрыть, открыть одну школу-интернат с учителями абхазскими, выученными и в АГУ. Их надо ставить туда работать.